В Чувашии активно идут уборочные работы, но сейчас время собирать не только урожай зерновых, но и мед. Наша съемочная группа решила поближе познакомиться с профессией пчеловода. Я думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Мед Юрия Алексеева назвать неправильным язык не поворачивается. Как раз наоборот, его продукт любит весь Марпасадский район. Пасечник не ищет рынок сбыта, за его медом люди приходят сами. Причем среди любителей жители не только Чувашии, но и других регионов. Мы содержим пчел среднерусской породы, они зимостойкие. Во время медосбора, когда липа цветет, они могут за неделю годовой запас полностью пополнить. И качество меда у них лучше, фактически. Действительно, вот я продаю мед. Все говорят, что Юрий Маркович, у тебя мед хороший. Заниматься пчеловодством Юрий решил еще в школе. У его дяди была пасека на 25 ульев. Там еще совсем юный Юра помогал ухаживать за пчелами. И вот уже 38 лет он содержит уже свою пасеку. Пчеловодство, оно, во-первых, доходное. Это раз. Дальше, еще если так смотреть, пчелы же, они трудолюбивые, у них все разделено. Есть рабочие пчелы, есть матка, все разделено, у них работа вся разделена. И вот это нравится мне, тем более. Дальше и природа. Когда открываешь ульи, например, такой аромат идет, или качаешь мед, аромат идет с запахом, тем более настроение такое будет. Вот из-за этого. В 2016 году Юрий Алексеев попал в программу «Начинающий фермер» и получил грант на 1 100 000 рублей. На эти средства он построил склад для хранения семян многолетних трав. Потом пчеловод выкупил земли вокруг пасеки и объединил их в поле. Именно там он сделал пастбище для своих пчел. А затем пасека обросла подсобными помещениями. Ну, сейчас мы находимся во временном помещении для откачки меда. Приспособили здесь. Тут рамы, снятые вот корпуса с медом. Мы их сейчас сначала очищаем от прополиса, рамки верхней части. Потом их придется срезать, крышки, восковые крышечки. Мы их срезаем электрическим ножом. Сейчас у Юрия Алексеева 230 семей пчел, у каждой свой улей. Одна такая семья приносит пасечнику 30 килограммов меда. В планах пчеловода расширить свои владения. При этом Юрий не перестает совершенствоваться в своем деле. Интернету он не верит, а все знания черпает из книг и образовательных семинаров. Кстати, он с удовольствием поможет советам начинающим пасечникам. И уж точно никто не уйдет, не попробовав его меда. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.